вышло обновление в Бравл Старс. Обалдеть! Добавили нового бравлера. Калет? Да. Но его называют как Лет. Лет. Прикольно. Воу, сейчас увеличу. Вау, мне пришло сообщение от Лизы. Она долетела до Англии. Что? Смотри. Она говорит, что посмотрите в почтовый ящик, что там интересно. Пойдем посмотрим. Пошли. Письмо от Лизы. Привет, мои хорошие Ева и Марк. Когда вы будете читать это письмо, я буду далеко. Я оставила вам сюрприз возле паркинга. Ваша сестра Лиза. Пошли быстрее в паркинг! Пошли! Ну вот, это паркинг мы нашли. Так, а где чемодан? Может, там? Где-то рядом? Смотри, вот он. Смотри, как он открылся. Игрушки. Она нам игрушки подложила. Может, здесь есть еще что-то? Да, точно. Что? Что? Класс. Я хочу iPad. Я тоже хочу. Ну ладно, я возьму себе MacBook. Нет, я тоже хочу. Ну блин, ну, я пожалуйста. Тоже хочу. Ну пожалуйста. Ладно, я хочу Apple Watch. Нет, я хочу. Да. Я хочу себе камеру. Я лучше PlayStation тогда возьму. Не, привет, ребят. Привет. Вы что, не можете поделить это? Нет. Я знаю один очень классный способ, как это поделить справедливо. Какой? Как? Поехали, покажу. Поехали. Поехали. Всем привет! Вы на канале Ева Маш. И сегодня ребята еще не знают, что нас ждет вперед-назад челлендж. Ну что, приехали? Выходим! Так, ребят, у нас с вами на кону телефон, часы, пауэрбанк, штатив, Sony PlayStation, наушники AirPods, MacBook, Sony камера, колоночка JBL и мини-айпад. А смотрите, если вы не можете поделить мирно, я предлагаю устроить челлендж. Либо он кому-то достанется, либо не достанется никому. У нас все по номерам. А вы будете тянуть у меня бумажки с такими же номерами. А, например, когда Ева тянешь ты бумажку, а Марк с закрытыми глазами будет говорить, а поеду я вперед или назад. А этот предмет мы положим под колесо автомобиля. Что? Что? Вот, вот такое вот колесо? Да. Оформление. И получится, если он угадает, куда нужно ехать, предмет сохранится. Если не угадает, то я безжалостно его перееду. По рукам? Первый будет тянуть бумажку, решит Суефа. Суефа! Суефа! Тяни бумажку с цифрой. Итак, какой у тебя номер? Так, что-то. 8! Камера! Блин, Марк, только угадай, куда ехать, а то я очень хочу играть. Постарайся. Чтобы Марк не подглядывал, для честности челленджа мы завяжем ему глаза. Отвернем тебя вот сюда, вот. Я беру камеру и ложу ее под колесо. Марк не знает, куда я положу, вперед или назад. И он должен выбрать направление. Я положу вот сюда. Ну, Марк, выбирай направление. Я выбираю вперед. Открывай глаза. Ну, вперед так вперед. Я должна проехать вперед.
спасибо, Марк. Пожалуйста. Итак, мы переходим к следующему предмету. Какой же он будет, определит Марк. Вытягивай бумажку с цифрой. Смотри, какая цифра. Бумажный самолетик. И 6. Это AirPods. Так, чтобы все было честно, мы Еве завязываем глаза. Она не будет видеть, куда мы положим Марка AirPods. Ева решает судьбу, будут у Марка AirPods или не будет. Давай мне. Ева, отворачивайся. Сейчас я их положу. Я положу вот сюда. Да, говори, вперед или назад мне ехать? Вперед! Сошибись! Марк, прости! Сошибись! Как это сделала? Нет! А, с ним ничего не случилось! Ну-ка! Что с ним? Сними! Нифига! С ними ничего не случилось! Как, Рил? Я переехала же машиной, которая весит 3 тонны, AirPods, а с ними ничего не случилось. Они как новенькие. Марк, забирай себе, проверь. Может быть, они даже работают. Итак, что, выбираем следующий предмет? Сейчас бумажку тянет Ева? Да. Давай. Что? Это цифра. Во! Да! Это Apple Watch. Марк решит, достанутся ли они Еве, или же я их перееду. Мы, как обычно, завязываем глаза, чтобы никто не подсматривал. Марк, да. Ты готов? Назад. Назад! Он сказал назад. Да капец. Вы слышали этот хруст? Да. Это были часы? Не бери. Эти часы не выжили. Я могу их починить. Нет! Покупайте русские айфоны, телефоны. Посмотрите. Весь экран разбит просто. Блин, у тебя есть камера, у меня ничего нет, кроме AirPods. Но я не знаю, они будут работать или нет. Да. Так, цифру сейчас тянет Марк. Вау! Давай, смотри, какая цифра. Так. И это цифра 1. И это телефон. И сейчас Ева будет решать судьбу этого телефончика. Итак, мы завязываем глаза Еве. Я ничего не вижу. Помаши. Итак, я в этот раз положу этот предмет вот сюда. Вот. Ева. А ты должна выбрать направление. Вперед! Да! Вперед, вперед, я еду вперед. Ура, у меня новый айфон. Ну что, Ева, тяни. Хорошо. Давай, какая у тебя цифра? 4 по-любому. О, 4, да ладно! Вот это да! И у нас с вами на кону штатив для телефона. Так, в этот раз я установлю его вот сюда. Вот. Итак, Марк, какое направление ты выбираешь? Вперед! Нет! А уже все. Так, тянет Марк. Давай, давай. Давай, эту. Итак, какая 5. У тебя цифра? 5. Это 3. Цифра 3. Пауэрбанк, ура, я хотел пауэрбанк. Итак, завязываем Еве глаза. Ай, я не дышу. Дыши ртом. Отворачивайся. Установи его вот сюда. Можно убирать? Да, Ева, выбирай. Я выбираю назад. Господи! Ну почему тебе так не везет, Марк?
нет. Вы слышали? Нет. Да ладно. Нет, нифига. Он нас услышал. Ну, и что? Он включается. Он включается? О, он рил работает. Марк может забрать его себе. Итак, Ева, теперь тянешь ты. Давай, какая у тебя цифра? Семь. Это цифра семь. Макбук! Офигеть! Я хочу тебе тоже макбук. Зато ты будешь решать, достанется он Еве или я его перееду. Марк, у тебя очень ответственное решение. Марк, выбери, пожалуйста, правильное направление. Пожалуйста, на кону макбук, понимаешь? Я знаю. Итак, я его устанавливаю вот сюда. И идем спрашивать Марка. Вперед! Вперед! Он выбрал вперед! Мой макбук! И Марк, у нас осталось 3 предмета, поэтому тяни! И что там у тебя за циферка? 9. Уже так видишь? О, это 9. И это у нас колоночка. Нет, это 6. Итак, мы завязываем Еве глаза. Разворачивайся и жди. Пойдем с тобой решать, куда положим ее. Давай сюда. И скрестим пальцы. Итак, Ева, выбирай, вперед или назад? Назад. Ура! Yeah, головочка! Ну что, ребят, у нас осталось всего 2 предмета. Это Sony PlayStation и iPad. Поэтому кому в какой руке? Я в этой. Тебе в этой достается. И смотрим, у кого какие цифры. 5. 5 у тебя Sony PlayStation, а у тебя, соответственно, 10. И это планшет. И я предлагаю в этот раз одновременно положить их под колеса. И вы вдвоем с закрытыми глазами выберете, куда мне ехать. Итак, я забираю iPad. Вот сюда. А вот этот подарочек я установлю вот сюда. Вау! И теперь вы должны вместе выбрать направление. Вперед! Давай! Вперед! iPad по-любому сломается. Стекло разбилось, но он работает! Yes. У него треснуло только стекло, его можно поменять. А дисплей работает? Дисплей? Да, дисплей тоже работает, смотрите. Так что он выжил, он твой. А твой Sony PlayStation. Держи. Ну что, ребят, вы довольны, как у нас прошел челлендж? У тебя целый новенький айфончик. У тебя Sony PlayStation. А у тебя что? MacBook и камера Sony. Поэтому, я думаю, все круто. А это клумбич. А это то, что вы не смогли поделить. Ты уже подписался на мой канал? Если нет, то быстрее подпишись. И нажми свой царский королевский лайк. А также не забудь поставить колокольчик, чтобы ты не пропустил ни одно наше интересное видео. Ага! Фу, какой же сегодня тяжелый челлендж был.
Ух, я так устала. Лиза звонит. Привет. Привет. Как дела? Нормально. Мне легко разделить призы. Да, нам мама помогла. Расскажи, как это было? Принц,